Кого-то морка, чего не хватает спать, пишите. Эридар вроде в третьем. Он будет? Да, сейчас до босса дойдем. Зандалара в первой пати кинуть можно. Так, Зандалар. Там он... Во втором три вроде бы. Там у Ондры ассист он перекидает. Что-то грубо посмотрел, перекидал. Что там Ондра вон говорит, что это? Какой-то. Я вроде Эридара и Зандалара всем сделал. Стану уж не судьба. Смотри, ДК первая пати. А, или это ты что шутишь? Андрей. Что? Что? А с ДК не так? Просто потому что он ДК? Ну, конечно. А что? Мы вынуждены были пойти на этот шаг. Почему? Потому что люди не читают, видимо, анонсы. Сколько у нас пугов? Пол рейда. Ну, не 10, не по, ну, 10-то нет, наверное. Окей. Самое вкусное на роль-то на гильдию. Если что-то прям сильно надо будет кому-то. Сапи на ретрика по-любому подойдут. Ставлю рыбу. Я не вижу у нас майновых ретриков. Ладно, да, посмотрим, что упадет сначала, да. Принципе, например, майновых ретриков я у нас не вижу, чтобы он рольчик запы на ретрика. В смысле, нахуй, а я чё, ебать? Так ты ж сова. Какая сова? Нету мейна ретрика. Я мейн ретрик, блядь. Успокойся. Алло, блядь, в смысле? Не, ну если больше ничего не упадет, то без проблем, а так не, успокойтесь вообще. Так, еще раз дайте шкаф, смоньте крокозябра. Так, пуги. Вот я просто в начале инста дом настраивал. Первый раз поплюсуйте в чат. Если там условно упадет чарка на лока и на вашего ретрика, то мы, конечно же, чарку на лок заново. Не-не-не. Не-не, лок на ролл, нахуй. Нет, короче, там, локи ладно, наши тут все. Тут мейны локи, а у вас какие-то полупокеры. Кикнем нахуй. Все, так все, не галдите, да, да хуя что-то пиздите. Да, Юля, успокой их все. Да. То есть все знают тактику, ни одного плюса не было. РЛ сказал, кто не знает тактику, плюс в чат. Два плюса вон тебе. А, сорян. У кого фласку? Я не буду на эту РТ фласку. Хотя, ну, сейчас. Ну, у меня ЛК только есть. Хоть как-то вам колясочникам помочь. Дайте ГБ. Там справа. Стоит справа. Но только у нас дроид на Ферала роли, да? Ладно. Так, короче, кто первый раз? Босс будет время от времени кидать две метки на рандомных игроков. Надо будет вынести их куда-нибудь из рейда, ближе к стенам. Будет босс вверять, просто отвернуться во время каста. Также вокруг босса будет ауешка сокрушений, что-то там, не помню, надо будет пиликом, ибо же все. Три механики на боссе, больше ничего. А, ну, при стену там диспелить, хилы тоже помогают и диспелить, если она не будет справляться. Дальней цели там. Можно, по-братски, анонсить вот этот вот каст, который для Фира? Все, буду анонсить. Буду анонсить, метки там сами что-нибудь, ну, поанонсить. Метки я поаноншу. Я на танке не буду видеть ваши метки. Гильдейские трейд на фласке. Лево, справа стою, где-то. Есть саппорт? А, есть один, ладно. Большие или лево? Больше не пашут ДБМ. Проверьте, пожалуйста, что пайки. Чё-то очень плохо было Маку слышно, тебя но... тебя вообще не слышно почти, лучше чат напиши. Всё про анонсим, я слышала, что он сказал. Всех персонажей книги такие скромные. Меня, да? Да. Что ты только что давал трейд? Так мне не дали фаску. А можно через Эридара в мою пати? Выйдите и выйдем. Блин, выйдите из комнаты. Да я случайно, блядь, хотел правой кнопкой по игроку кликнуть. Эридара во второй пати есть же у вас. Есть, есть, извини, я просто что-то... Кто МТ? Всё, да. МТ и печенька. Вот тут единственное, там здесь не надо два танка. Тут вообще нигде два танка. Кому на кнопку кинуть? Мне, графиня. Тут вообще ничего слышно, Ники. Да вообще ни разу, да? Нет. И по поводу печенья писал, Адель? Печенек нет 25-ки.
Вы не в правильной позе банки у нее берете, если что. Чтобы банки подходите, вот так сразу нажимаете. Вот только так дает. Это все шутки. В какой позе круг на две идет? Не знаю, если все нажали готов, значит, вы все фласки взяли. Я даю отчет и пулю. Кто не успел, тот сам виноват. Вы просто спиной стоите и все. Шаман, говорю, первый раз здесь. Просто спиной к боссу стоишь и выносишь метки, когда надо. Чтобы эфир вообще никогда не обращать внимания на него. Гера шамана. Пал по рейду. Метки вынесли. Бегом. Го выносите. Это пир? Отвернулись. Блядь, я на танке. Я хотел сказать лут, нахуй. Милики вышли. Это шишки. Метки. Владыка, графиня. А можно как-то там диспел организовать немного, попотнее немножко? Ну, приложиться там, пристально, а с диспелом хуярить, ну, я не знаю. Еще раз диспел. Точки вынесли. Еще один. Ты просто смотри. Фир отвернулись. Один масс диспел в мили, один масс диспел в РДД. Кто не додиспеленный, вручную. Милики вышли. Я так делаю. Отлично. Босс развернул боком. Не бежать уже на танки нет. Метки. Тести будет. У меня фламя какой-то убил. Да ну нах. БР раздайте там. Эрдрован Коклазябра, БР нет. Фир отвернулись. Эрдрук Коклазябра, у нас есть еще один друид вообще. Да. А, нон-лукс. Меточки Коклазябра. Вынесли. И Кутылока еще второй друид. Там уже дохуя поп. Шаман, если есть реинкарнация, вставай. Милики вышли. Шаман, рекай, вставай. Метки вниз. Фир отвернул. Спел. Метки вынесли. Вы можете не анонсить, он все видит. Гений? Ну, Милики да? Вышли. Бах! Ужас. Фир отвернулись. Че, мне опять же стири, если я забыл. А ну, мне? Метки. Или Бебе, или мне, или Бебе. Дальше я помню. Бебу мутик. Чем я? А, ну там мне надо. Ты анхолик. Ну, ладно, честно. Да. На он половинку. Ну, закинь по мне, Иннер, пожалуйста. Фир отвернулись. Метки вынесли. Милики вышли. Если вам там места мало, босс могу провести, говорите только. Нормально все. Нормально все. Я сказал, блядь. Меточки вынесли. Метка в рейде. Метка, да, нормально. Красивый кто-то насрал здесь. Нормально. Фир отвернулись. Милики вышли. Прошающие милики разошлись. Метки вынесли. Метки, метки. Я вижу. Сейчас хочу метки. Гений? Просто друид по мане вроде высох, я видел через сенсор. Вернулись. Фир. Чисто метки. Метки. Милики вышли. Забивайте по мане. Стоит ведь? Да. Разрол в конце. Метки. Ладно, я думала хуже будет, да. Печатки что на там? Холи Пала. Холи Пала печатки. Они прям с проком на Холи Пала. Угу. Да, хорошие печатки. Ну давай пока дальше идем. Так, что там, плечи, говно. И почему я Холи Пала не пошел? Так, больше ничего не интересного. Еще одни плечи, говно. Где? Да, не пульте, я лут забираю на танке. Ничего нечего пулить.
Пока да. А чарка плещет тканевые там. На среднего босса идем. Крит урон, крит исцеление. Нет, да. Просто 2%. А просто крит? Вот сюда, направо. Угу. Среднего босса убьем. Подождите, там моб, аккуратно. Деревянные там квартиры. На среднего можете сопрот выпить, если у кого есть. Желательно выпить, так скажу. Вообще бы хилы бы всегда пили. Но я рекомендация лично. Да здесь 5 боссов типа хилом сопрота, сам идеально. А тут не падает печенька с боссом? Нет, сразу 71 шмот падает теперь. С 25. Он не улучшается никак. Ну, он сразу улучшен. Будет улучшаться потом. Потом будет. Сейчас нет. Ну, это еще не скоро. А сейчас будет актуально. Не, ну если кому интересно, мало ли, люди думают, может, это конечная шмот. На самом деле она дальше улучшается. Там, когда ты 5-2, дай бог. Ну, то есть они там будут 84-е в конце, да, или 90-е? 84-е сначала. 84-е? Даже 90-х. 84-е даже на X2 сейчас максимально. Поэтому ну, говорю, да, это еще не скоро надо. Я просто на X2 туда не ходил, потому что не надо было тогда еще. И слава богу тоже. Так, по механикам. Для тех, кто не был. Будут черные лужи, она будет временами увеличиваться, временами уменьшаться. Надо будет просто перебежать. В светлую зону. Да. Потом Гера, по моему анонсу, у нас сейчас КД, первый трать без Геры будем. Дальняя цель там от портала будет идти трэш. И что, бегать от них нет смысла. Просто по одному взрываете их и все. Магии можете в глыбе, к примеру. Дальше, на ласт фазе, если мы быстро босса не убьем на второй фазе, будет один каст, не помню как называется, я его проанонсил. Погружение во мрак. Надо будет зайти такие в пончики, на уже эти пончики. Сначала на челов кидается дебаф. Кого есть ДБМ, будет вам анонсить. У кого нету нового ДБМ, их не будет. Высирается там через 3 секунды под вами пончик. Желательно в одном месте их не срите, желательно вообще стойте раздельно на второй фазе. Хоть какая-то минимальная ренжа была между другом. Потому что если два пончика в одном месте, скорее всего, вы просто сдохнете в этой же ГКБ. Так, по сейвам. Что у нас? У нас паладинов туча плюс туча. Под первый каст. Юлия, дашь бабл на сокру. Под второй каст. Ты же дашь мастер ауру. Под третий каст я дам Т4. Под четвертый каст Void пусть даст. Ну и там кто-нибудь уже дадите последний, там пятый, шестой каст. Да, ну уж поменяйте просто там после Вайда, то есть четвертый каст Вайда. Пусть... Кто у нас гильдии? Тести. После Тести Боберсон. И там Венерия под конец вообще, если выживет. Про фиолетовую эту хуйню сказал шарик. Тыкните в столик. А, шарики, еще будет этот босс плеваться шариками в некоторых. Если у вас видите шарик, просто надо под него встать, чтобы хотя бы один человек всегда стоял под ней. Если кто-то не будет встать под этим шариком, она убьет рейду. Достаточно больно. Кто-то из наших станут. Так, дай-ка я сам сопрот выпью. И анонси, пожалуйста, все косты, ладно? Хант. Хорни, Вов, как тебе? Ты здесь, прием? Корневал? С первой пати, Хант. Все, здесь. Беба, Козябра, Владыка. Five, four, three, two, one. Тьма свободна. Еле, забери ее сразу. Юля, сейчас готовь бабл массакру. Уже можешь давать, в принципе. Сейчас поспать. Пошел каст. Дыка сложилась. Понял. Но пока Геру не дали, давайте босса заведем. Сразу. Минус 7. Чем меня сложило? Я стоял за контуром, но не вышел из-под сферы, чтобы не дамажило ауе, и меня как-то все равно зацепило, где-то, наверное, 2 метра еще было. Это кто говорит? Владык.
Вырывающая тьма тебя убила. Это вроде вот эти пончики увеличивающие. Так их даже нету. А, ну да, да, я же говорю, ну там два места. Если сферу закрываешь, лучше просто точку нажми, стой АФК. Закрывай, пока лужа не пропадет. Не, ну я бы сделал бы, если бы, ну, сфера была бы в этом, она за зоной была, поэтому я не стал нажимать. Чё-то я урон от сферы не вижу так-то. А не мрака убила больше. Да, конечно. Давайте под первый класс или еще что-нибудь дадим. Давай, я тоже Т4. Я мастера ауру давала. Давай ты дашь бабл, массакра и мастера ауру. Всего дашь, короче. Все, что есть у тебя. А потом что делать? Под второй каст тогда отдам я-то 4. Под третий... Не, давай лучше под второй Void. Под третий я-то 4. Под четвертый Тести. Под пятый Боберсон. Под шестой Венерии. Ну, просто там, не знаю, гимны тоже смотрите, когда больно. Под первый каст вы не сможете дать, потому что там бегать надо. Но если есть возможность, вы там стоите далеко от этого, не помешает. Первый каст это самый такой больной, потому что одновременно убегать, хилы хилить не могут вас в это время. Надо побольше сугов. 5, 4, 3, 2, 1. Заранее проносить. Выходите со сферки. Давай, кто сейчас вышел? Сферку закройте кто-нибудь. Или сейчас. Дала вообще. Шаман, реки опять нету. Это кто вообще? Элим? А, Элим. Элим, дальше. Постоишь, да, я отойду. Пропал. Кто-нибудь из РДД рядом с Мили закройте. Милики не достанут в той режиме. Бьет по рейду. Ни хренжа не позволяет там бить. Второй каст будет. Больно. Ладно, пока бьем. Минус 5. Нахуя. Видите хоть личные сейвы? Вот на второй каст надо гим давать. Там сейчас на кого-то из дальних целей пойдет. Вы все рядом стоите. Я не знаю, кто из вас там. Сейчас все будете... На меня, хорош. Не на меня. Дестрика. Ну, просто под следующий дальше отошел. Меня тоже. Да бред какой-то. Геру вообще. Бы, наверное, да? Нет, еще. Вот теперь Геру давайте. Когда все взорвались. Вон, Геру нажми, Ршам, ты один. Вижу, да. Эфы не проебите. Следующий я дам. И жмите собственные дефки. 50 на 50, баблы, хуя. Рядом с боссом все разливайте. Остальные РДД просто отходите от них. Да, там. 4 дал. Пробуйте пока, может, еще добьете. Вряд ли. Там в милике кто-то насрал. В миликах аккуратнее. Под следующее дыхание, кто там, Тести должен дать мастера ауру. Дайте ему тьму. Какие там что-то лутают дых. Давай, мастера ауру. Пробуйте, пока нормально, хватает людей бить. Нам сейчас каст пережить, дальше... 5 человек даем. Готовьте пончики, зашли уже очень пончики. Очень много сфер. Да, очень много сфер. Пробуйте бить, просто от сфер отходите. Пока еще есть шанс. Ну не, наверное, уже один хил. Там Милфхан, наш АП, нормально еще есть шанс. Не. Блять, короче. Сфера, просто пол никогда не видел, что, блять, вся площадка в сферах. Давайте, короче, сделаем по-другому. И на прокрутке очень много умирает людей. Сейчас назначу группы, которые, если есть сферы, бьют сферы. Босса вообще не трогают. Будем бить дольше босса, но сферы будем убивать. Еще мы как-то плохо выживаем на прокрутке. Да, очень. Не прохиливают, не продефивают. Вот второй каст, короче, Войд тогда также даешь. И Владыка дашь гимн под второй каст. Ну, пусть нон-лукс дашь
и этот транквил свой. Слушай, там разлили эти грибочки, из них выйти можно, если у тебя, ну, все нормально там. Разлили даже, если там в мили да выйти. Типа. Как там называется? Дебаф? Древнее проклятие, да? Вроде бы. Вот. Если есть таун ивент, забейте туда на себе дебаф. И выносите. Там лужа рассирается через 3 секунды. Или 5 секунд. Давайте так. И кастеры, станьте нормально так, чтобы в кого-то одного определенного летели. Сейчас называй ники, кто будет сферы бить всегда. Пока не скажу фулл босс урон. Это оба ШП. Оба ханта. Ты хаящие 3 ретрика. Даже 4. Все. Вы появились сферы, даже если далеко, бегайте и бьете сферы. Здесь только одни сферы бить можно. Здесь помимо босса только сферы таргет. Здесь сфера, под которую надо стать, ее нельзя бить, само собой. А на второй фазе, то есть после 50%, потихоньку начинаются вылазить сферы вот эти, которые можно бить. Просто 2 ханта, 2 ШП, и все ретрики бьют сферы. Потом, если сказали свичнуть босса, если уже процентов мало, свичните. И еще просьба милфханта или кого встать все-таки на максимальный рендже, чтобы именно в них шли, потому что сейчас почему-то в разные таргеты ползли эти. Да, ханты, станьте вообще вот справа, слева по максимуму, где сейчас печенька я здесь, и противоположно второй хант также. Чтобы вот эти трешки, когда выходило, всех удобнее вам взрывать их, чем сейчас толпа стояла в одной точке и хер поймешь, на кого идут. Типа вот я стою, у меня джага, довольно-таки большой рендж, типа вот здесь достаточно стоять. Какой-нибудь один из шипешников вообще может за босса стать. Чтобы тоже ловить, чтобы если не на танк они шли, не в миле взорвались, а на шипешники. Короче, хан быстренько ползет, 5 мобов с противоположной стороны комнаты. Тебе нужно их, ну то есть они в тебя врезаются и разливают лужу. Ты ловишь, да, по одному. Врезался, разлил, отбежал, врезался и так далее. Просто по одному, типа, взрываются. Они типа, взрываются, проходит урон, и под ними и разливается лужа, с которой нужно выбежать. 3000, по-моему, наважится. Квартира готова? 5, 4, 3, 2, 1. Тьму Юля дали, надеюсь? Угу. Бля, сейчас Миликов буду бить, не успел зеленку нажать. 3 секунды. Кас пошел, Юрий, давай сюда. Меликам сейчас было больно, потому что я их еще подбил немного. Из этого говно лучше выходить. Неправильно. Скоро второй каст. Давайте, если вы, Войд, Владыка Гим. Берите тьму, не забрали тьму даже. Я возьму. А, это 4 дал. Проебли, вот следующий каст Войд тогда дашь. Войду отдайте тьму. Отдал. Забираю. Сейчас на ШП должны побежать, надеюсь, не на меня. Да, на ШП Владыка на тебя бегут. Потихоньку их взрываешь. Потом, когда всех взорвешь, даем веру. Пока еще не драма. Сферы скоро начнут появляться. Готовьтесь, кого называл. Войд, готовь, мастер ауру. Эти сферы быть, да? Сферы тьмы? Да-да-да, сферы тьмы бьете. Все, уже все играете, кого назвал. Угу. Минус 3 хила. А, тира Берни, друида. Только не вставай, Варимикас. Все, вставайте, Бернти, друида и шамана кто-нибудь. Шаман, если есть РНК, вставай сам. Шанс добить очень хороший. Сфера, играйте дальние, там вот где насрали милики, РДДС играйте. Ханты и СРП. Милики вышли, милики. Каст пошел, готовьтесь заходить в грибок вот этот. Зашли, уже зашли. Все, вышли, босса добивайте. Дайте свои личные, что есть. Эти гимны хп пристем. Вот... Да, вот это сейчас была убийственная комбинация. Да, после типа сразу прокрутка. Дыхание. Это пиздец. Даже я на такая-то не могу пережить. Ну, давай так, много я сдохло, не зашли просто. Смотри, сейчас сфера бели уже куда легче было жить. Да, чуть-чуть вот это тайминги, ну вообще какая-то хуйня.
Если бы он так сейчас не сделал, мы бы добили. Ебанись. Ханты что-то мало по сферам. Там Ондра и Черметос передамажил почему-то, когда я их не снял. Я их не бью, я только ну, у меня очень много метеор бьют, если они под боссом. Я кидаю туда сразу. Типа, я их чисто... Все равно, типа, вы кливаете, а я их конкретно поставил, и у них нет урона. У ММов же вроде не такой противный свич. Свич на что дальше бьешь. Нет такого дота и так далее. Т4 я не знаю, но, допустим, в Т10, в Т5 нет никаких проблем со свичем у ММов. Вообще ни одной. Здесь нет. Жрите. Да, кош и ложный. Часто так, сейчас кстати, даже используются эти спеллы на разбойников вообще. Еще забыл сказать один момент. ДК, роги, кто еще, паладины. Когда вот этот большой каст идет, и вы заходите в пончик, если вы нажмете вот этот сейф какой-нибудь, вы заигнорите пончик, но не заигнорите этот каст и сдохнете. Типа вот эту зеленку и так далее, ничего давать нельзя. Когда в пончик и бабл, заходите. И бабл тоже. Да, и бабл, там бабл, кош и так далее. Короче, ничего, что ему иммунит урон. Вы заиммуните пончик, но не заиммуните этот каст. Этот каст никак не иммунится. Только в пончик, если зайти. А сейчас неприятный момент был. Согласен. Да сейчас кастом так то же самое будет, только каста так противно не будет убьем. Потому что это хуйня. Там не пережить вообще. Это невозможно. Там выходишь с пол хп. Давайте тогда, кстати, вот сейчас нормально вышло этот. Я под второй каст дам Т4, а под третий тогда будет. Что ну, наши на первых никто не задох вот этих прокрутков, чтобы точно. Я не смогу дать скажу. После зел убиваются. Тупо резервируйся. Куда раньше тайм? Чтоб люди въебали сапроты? Ой, припоты. А, да, сапроточник. Спасибо. Раньше анонси, у меня ни одного макроса на паладине. Сейчас будет, готовься. Уже можешь потихоньку все собирать. А давай еще. Каспар. Пережили, отлично. Сейчас я немножко отойду от меликов, чтобы не заувешить вас. Босс может немножко пойти, конечно. Темную заберите ауру. Т4, да? Отлично выжили все. Под следующий войд, не забудь. Сейчас побежит, скорее всего, на аэрдруида. Трэш. А, нет, на кого-то из шипы вроде. Не вижу, там толпой, представьте, 3 человека, я не вижу кого из вас. Войд, готовь мастер ауру. Ханта. Хан, это не аэрдруид теперь. Взрывайте по одному просто. Сферы сыграли, кого называл? Прям под боссом сферы надо быстрее залить. Вот мастер аура сейчас. Почти. Из пончика, выйдите из пончика. Гера, давайте, Гера, давайте мастер ауру. Сейчас каз скоро будет, надо будет пончик идти. Под следующее... Тести заберите ему. А, тести сдох Барбарос тогда. Ой, Бобросом. Дайте на другую сторону. Милики. Сыграли здесь вот сверки прям под миликами с рук. Дыхание, дайте мастера ауру в образе. Да, какой-то деф нужен, сейчас умрем. Сейчас каз скоро должен пойти. Еще одну сферу прям под мили надо было убить. Прям приоритет, сыграйте в нее все. У нас сильно коцает. Каз пошел, вместе. Готовьтесь заходить. Пошли. Зашли уже. Вышли. Пробуйте добить. Достаточно. Ну, прохил. Сейчас. Блядь, тут 3 пончика в одном фрейме было. Сейчас его не хватает. Ковыряет! Нашел. Ты жить будешь, я тебя подхилю. Это не для меня там хилит, а как будто честно или нет. Это в шоке, блядь, по 1 000 000. Пробуйте, 2 ляма, не так много, может убить. Нет, там уже стало хилы. Под следующий каз дам Т4. Дал Т4, живите. Юля, бабл.
Нет, нет, нет. Пизда. Хилы сдохли. Добил. Я сколько-то еще буду жить. Можешь шп добить. Я не добью полтора мульта. Максимально бейте, там шп могу добить. ГЗК есть, ГЗК справится. Че ему там? В соло постоит под босс. А есть, кстати, может, у кого шаманы там? А, да-да, есть? Не, нет, уже нет. Смотри, я жутко смог, это пиздец. Жалко. Меня еще силили, но... Давай, владыка, убивай, походу, как хочешь. Иначе мы не взяли. Блин, 500 тысяч всего лишь. Клащу кик. Ну, значит, следующий трай убиваем. Что-то один сейф какой-то проебали, по-моему, не? Меня щупальца. Я убил перед МА. Сдох. Не, я и еще несколько человек умерли, потому что появилось три пончика, говорю, в одном фрейме. Или а у тебя не откатывает мастера урока? Нет, нет, я даже сейчас вот добивала. У меня просто я после. А нет, мастера урока откатывает, да-да-да, я имела в виду массакра с баблом. Нет. Там подмили лежала куча и сферы и этих вот полов. Ну вот сферы надо побольше, бить сферы, которые подбили особенно. Типа дальние сферы, ладно, они более не мешают. Полов не было, ретрики могли бы залить спокойно. По манекушке стояли. Смотрим, кто дамажит. А кто из луков кидает проклятие стихий? Слушайте. Смотрите, кого он назначал на сферы? Вам приоритет главное залить в мили, там, если под кастерами много насрал тоже. А вот эти, которые там по бокам где-то лежат, вообще пуха на них. Приступав там, кастер. Я напишу на Андрея макрос, то я проебываю просто колонну. Ну, то может уже надо на себя кидать как сейф. Я каски ведь не дала, куда вы без касок-то пошли? Да, красочки нужны. Скажи, когда всех разбахаешь. Там манна нужна, не нужна. Нет. А СС кому кидаете? Давайте СС реально раскидаем. Кому сейчас дали СС? Пердруиду? Нет. Я себе дал, понял. Он на ЦСС. Квакозябра, дай по нон-луксу.